Привет, друзья! Привет, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайк! Сегодня у нас вторая серия фиксиков. Мы обещали вам показать распаковку фиксиков для пополнения нашей коллекции маленьких игрушек фиксик. Чупа-чупсы шоколадные и серии фиксиков. Будем их распаковывать. И что у нас там? Та-да-да-да! Кто у нас там? Верта! Ну-ка показывай, какая там Верта? Ну, Верты у нас точно нету. Давай, поставь ее на стол. Вот такая вот девочка Верта у нас попалась. Открываем следующий чупа-чупс. Так, и кто у нас там? Там Fire. Ну-ка показывай. Там Fire. Точно Fire. Fire у нас в коллекции тоже еще нету. Вот такой Fire и Верта у нас. Открываем следующий чупа-чупс. Катя тоже внимательно посмотрит. И там у нас... Кто у нас там? Мама Дим-Димыча. Мама Дим-Димыча или подружка Дим-Димыча? По-моему, Катя. Это Катя, подружка Дим-Димыча. Ну-ка, показывай. Это Катя, подружка Дим-Димыча. Да, это Катя, это подружка Дим-Димыча. Катя у нас уже есть одна. Вот такие вот Катя, Файер, Верта. Открываем последний чупа-чупс. Посмотрим, что у нас там. Папус. Папус там? Ну, открывай скорее, посмотрим. Там у нас папус. Папус там? Кто там? Папус! Показывай папуса. Ну, пока точно папус. У нас сегодня попались такие классные игрушки. У нас таких коллекций еще нет, кроме Кати. Так, и нам сегодня попалась Верта, Файер, папус и Катенька вторая у нас теперь есть. Ну, такие классные игрушки. До новых встреч, ребята! Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. А с нами были фиксики. Фиксики. Пока-пока.